Чем вы там занимаетесь? Чем вы там за... Ребят, чем они там занимаются? Чем они там занимаются? Он пошли! Они... Вот пошляки, мать... А, идем отсюда, они там уже... Идем. Нет. Все, мы смотреть не будем, мы... Смотри, что они там делают. Крутые, смешные, что очень важно, интересные влоги ты сможешь найти на канале Ice Adventure. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию без модов на версию 1.9, где сегодня мы будем вносить небольшое, но все-таки разнообразие в мир Майнкрафта, а именно мы добавим 14 новых и секретных животных в мир Майнкрафта. Но перед этим, ребята, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь как только мы наберем 1200 лайков, я прям... Зуб вам свой даю, то что я сразу же выпущу новое видео для своих любимых подписчиков. Поэтому не поленись, поставь, пожалуйста, лайк. Но, ну, этим лайком ты действительно можешь сделать мой день лучше. Также не забывай подписываться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Ты можешь оставить комментарий под этим видео, увидишь то, что я на него отвечу. Поэтому вступайте в нашу большую дружную семью. Я каждого из вас приглашаю вступить, потому что я действительно буду этому очень сильно рад. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы сейчас будем начинать. Ссылочку на эту команду я уже выложил в описании. Как видите, я не выпрашиваю лайки, я просто прошу их поставить для того, чтобы серия, новая серия вышла еще быстрее и для вас. Поэтому, ребята, вы только себе делайте лучше, поставив лайк на вот это видео. Да, ребята, вы уже можете зайти, скопировать и также внести разнообразие в свой мир Майнкрафт. В первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Вы меня троллите, ребята, вот честное слово, вы меня троллите, потому что, ну, не может быть такое, то, что я в каждом видео показываю, как выдать себе командный блок. Вот сейчас в чате написана команда, как его себе выдать. И под каждой серией меня люди спрашивают: Эдисон, а как выдать себе командный блок? Вот сейчас найдутся умники, вот ты, наверное, сейчас даже пойдешь и напишешь в комментарии, мол, просто меня потроллить немного, напишешь, мол, Эдисон, как выдать себе командный блок? Вот так, где в чате написано, вот так себе его выдать. Просто это уже реально бесит. Ну, вы тролли, ребята, как я понял, вы просто меня троллите. Ну ладно, выдаем себе командный блок и прописываем команду, как я уже сказал, ссылочка на нее есть в описании. Нажимаем тут всегда активный, потому что это уже версия 1.9, новая версия Майнкрафта. Я немного... Где я очутился? Нафиг, а? Мне пришлось себя убить, чтобы вылезти с этой машины. Машины убийств, потому что если бы я там что-то разгромил, то она бы вряд ли работала. Как видите, она успешно была установлена. Сейчас что нам нужно? Мы нажимаем на вот эту табличку, да, вот тут, если вы нажмете на вот эту, значит, у вас эта машина удалится. Давайте еще пропишем set world spawn, чтобы не лагало так очень сильно, и выдадим себе специальную книжку спавна новых животных в Майнкрафте, да. Но, как видите, у нас тут появились три ссылочки, то есть... Нам нужно сначала установить текстур пак, потому что до чего дошел Майнкрафт, то что люди с обычных блоков Майнкрафта могут сделать животных. Ну, вы поймете, о чем я говорю, потому что, ну, как видите, сейчас у меня установлен вот этот текстур пак. Ну, давайте выдадим себе первые 5 животных. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть, да? Выдадим себе 5 животных и также возьмем, ну, возьмем алмазный меч и зачарим его энчант. Давайте зачарим его энчант. Ну, давайте на sharpness 3. Вот так он у нас зачаренный, замечательно. Ну что, ребята, первое животное, которое вы можете добавить в свой мир Майнкрафта, они будут спавниться. То есть не будут только овечки, курицы, свинки, а также будут внесены вот эти мобы, вот эти животные, которые будут спавниться в своих локациях. Например, вот... Например, мишка будет спавниться, ну, наверное, где-то в лесу в своей норке будет вас поджидать, пока вы будете идти за ресурсами, потом пум, накинется и сожрет нафиг. Ну, как вы видите, вот он так выглядит. Ну, в принципе, для Майнкрафта, мне кажется, очень даже офигенная текстурка. Жалко, он, конечно, звуков не издает. Ну, когда мы его дубасим, мол, там, брак, что ты меня бьешь, мишка косолапый. Это у нас был медведь. Сейчас это у нас кабан. Кабан, такой дикий-дикий кабан. Мы также его сейчас убьем, с него ничего не выпало. Давайте еще раз заставим, будем на них смотреть, как они выглядят. Опа, кабанчик-то куда-то побежал, кабанчик что-то там занюхал. Ну ладно, мы приступаем к следующему животному. Это у нас лиса.
Лиса выглядит действительно круто. И вы представьте, что вы найдете вот такое милое создание у себя в мире Майнкрафт, где-то там посередине леса, вы будете идти там собирать, не знаю, дерево где-то там в лесу, и найдете вот такое милое создание. Это действительно будет очень прикольно, потому что она круто выглядит. Она круто выглядит, прям так за нами смотрит, куда мы идем, куда мы движемся. Ну ладно, мы приступаем к льву, ребята. К льву в Майнкрафте. О, как он выше, чем мы. Он выше, чем мы, он больше, чем мы. Вот смотрите, какой он прикольный. У него глаза прям такие сильные, прям не сильные, синие. Какой красавец, голубенькие даже, а? Куда-то он потопал. Мне кажется, или он сейчас гоняется за... Смотрите, ребята, лиса от него убегает, а он за ней бежит. Или мне кажется. А ну назад, а ну, лиса, мы тебя принесем в жертву. Прости нас. Давай, лев, что ты там хочешь сделать? А, он просто с ней, ребят. Ты ее убил? Ты ее убил или ты просто хотел подружиться, но случайно ее задавил? Ребята, он хочет быть с ней друзьями. Он просто хочет с ней дружить. Ну, лиса, не убегай, он просто с тобой в догонялки играет. Он хочет с тобой подружиться. Просто хочет лиса и лев, новые друзья. А ну давай, что он? Он с ней точно хочет подружиться или чем-то другим заняться? Ну, это я уже ее, наверное, случайно убил. Ну, не знаю, ребята, это загадка века, что он там хочет с ней делать. Но сейчас мы призовем тигра. Лев и тигр. О, как! А у этого зеленые глаза. У льва синие, голубенькие, у этого зеленые. А он тоже будет гоняться за лисой? Нет, они сейчас, мне кажется, ли они за кабаном? Кабан, убегай, за тобой уже охота началась. Кабан, убегай, давай, быстро, включай нитро. Побежал, давай. Давай, пока эти два монстра прям не сожрали тебя с потрохами. Давай, пускай они там пока будут догонять друг друга, а мы, ребята, будем приступать к следующим животным. Выдаем себе 5 следующих животных и посмотрим, что у нас. Туркий. А по-нашему это индейка. Нет, это не Турция. Ну, в принципе, Турция тоже, но все же это индейка. Круто она выглядит. Они прям все за мной так смотрят. Мне кажется, вряд ли я уже смогу льва призвать. Мне лень сейчас брать еще одно яйцо. Но все же индейка, ребята. Вот смотрите, сейчас у вас в мире Майнкрафта уже не будут только курицы, а также индейки, которые, по сути, красивее, чем та же курица. А? Я сейчас, наверное, оскорбил любителей куриц, ребята. Среди нас есть любители куриц, которые за куриц прям зарежут, потому что я сказал то, что индейка красивее, чем курица. Но все же мы ее не будем убивать, да, овечка? Давайте дальше. Это у нас олененок. Олень, прям насастый, хочет нас нюхать. Ну, в принципе, очень крутой даже, если он будет гулять ночью по лесу. В принципе, будет очень даже прикольно, если вы его встретите. Для Майнкрафта, в принципе, текстурки офигенные. Это же не там какая-то Far Cry, где прям нереальные текстурки, да, должны быть. Это все-таки Майнкрафт. И, в принципе, для Майнкрафта, мне кажется, намного лучше выглядит, чем эта же овечка, да, полностью. В принципе, он тоже полностью с квадратов, но там больше квадратов, да. Приступаем к следующему. Это у нас Арктик Фокс. Как вот эта лиса, только арктическая, да, в какой-то, ну, можно сказать, зимняя, там, снежная. Крутая. Если честно, она немного так пугающе выглядит. Прям такие, знаете, такие злые глаза, или, знаете, какой темной силы глаза смотрят на тебя. Ух, сейчас мы тебя заколдуем нафиг. Ну, в принципе, тоже прикольно. Прикиньте, если бы ее приручить, и она сидела у вас дома, охраняла ваш дом. Да, и, в принципе, что ты толкаешься, зараза. И, в принципе, было бы вообще прикольно. Потому что сама по себе эта лиса действительно очень красивая. Но мы приступаем к козе. Коза. Или как она там делает, я не знаю. Не буду сейчас повторять, все же не знаю. Коза. Тоже как коза. Прикольная коза. В принципе, она в каком-то смысле такого же роста, как и вот эта лиса. Да, в принципе, если сравнить с олененком, с оленем, то она немного ниже. Чем вы там занимаетесь? Чем вы там... Ребят, чем они там занимаются? Чем они там занимаются? Пошли! Они... Вот пошляки, мать... А, идем отсюда. Они там уже... Идем. Нет. Все, мы смотреть не будем. Мы...
смотри, что они там делают. Они обнаглели вообще полностью. Ну ладно, ребята, мы приступаем к следующему животному, потому что я не знаю, как это назвать, это животное или нет. Это, мать ее, улитка. Извиняюсь, но это действительно улитка, которая будет находиться в вашем мире. Майнкрафт. Сейчас она находится... Во, сейчас она... вышла со своего убежища, сейчас обратно, ну, вы понимаете, да, о чем идет речь. Вот, вышла, улитка прям скоростная, она даже настолько ленивая, то, что ей лень куда-то пойти. Она просто стоит себе на одном месте, спряталась в свой домик и там спит. Ну, ладно, если она там спит, то давайте мы ее лучше трогать не будем, может, улиточка устала. И четыре последние... животных, которые вы можете добавить в свой мир Майнкрафт, чтобы сделать его немного разнообразнее. Давайте посмотрим. Это у нас слон. Да, ребята, сейчас вы можете добавить слона в Майнкрафт. Мне просто интересно, где он будет спавниться. Ну, по идее, в саванне, да? Если вот так включить небольшую логику, то мне кажется, то, что он все-таки будет спавниться в саванне. В пустыне, ну... Вряд ли, мне кажется, в пустыне. По идее, вот саванна для него идеальная среда. Ребят, как вы думаете? Вот напишите в комментарии, где должен спавниться слон. Ну, в джунглях. Мне кажется, все-таки саванна самое такое идеальное место будет для него, чтобы там жить. Будем ли мы его убивать? Он такой миленький, давайте просто его... Такие глазища такие вылупились. Не бей меня, не бей. Ну ладно, не будем мы тебя бить. Но сейчас время настоящего хищника. Это у нас крокодил, который уже прям погнался за этой лисой. Он, конечно, медленный, но все же, как он прикольно выглядит. А вы прикиньте, если вы будете где-то там гулять в Майнкрафте, куда-то под воду пойдете, чтобы там, я не знаю, какой-то данж, да, допустим, в море, морской данж, или вам нужно будет собрать, я не знаю, глину или еще что-то, и прикиньте, выплывает на вас это чудище нафиг с жаждой просто-напросто вас попробовать на вкус. Это реально будет очень устрашающе. Но прикольный. Если учитывать то, что это Майнкрафт, очень даже круто. Он ты за слоном охотишься, вот придурок. Ладно, давайте, ребята, приступаем к следующему животному. Это у нас утка. Если вы заставите утку на поверхности, то она почему-то умрет. То есть, да, я понимаю, утка плавает на воде. Но по сути, если утка выйдет с воды, то она же не умрет. Но почему-то создатель решил то, что утка не может жить на поверхности. Это немного глупо, но все же. Вы должны поставить утку на воду, и только тут она будет спокойно себе плавать со своей семейкой. Потому что вы видите то, что мы сейчас их прям кучу заспавнили. И она себе будут... Они, не она, уже они будут себе тут спокойно плавать. Ну, это же не рыба, то есть она может также обитать и на суше, да? Я не знаю, почему создатель решил то, что утка не может жить на поверхности, но пускай будет так. Ладно, и последнее животное, это у нас страус. Да, ребята, прикольный такой длинношеий страус, который будет засовывать свою шею, голову в землю, да, чтобы спрятаться от неприятностей. Давайте крокодила заспавним. Прячься. Ну, все-таки страус должен обитать в пустыне. Вот лично мое мнение, в пустыне, да, потому что страус, по идее, прячет свою голову в землю, ну, в песок, я не знаю, песок не песок, когда чувствует опасность. Или когда ему страшно. Ну, по сути, глупо, его за задницу там могут укусить, что же он спрячет голову. Защита ему больше не принесет. Но все же такая природа страуса. Ну, в принципе, это все, ребята. Это наш Это у нас последний монстр. Не, не монстр, не моб даже, а просто животное, которое разнообразит ваш мир Майнкрафт. У вас так по миру будут гулять крокодилы, слоны, страусы и многие другие. Почему я сказал то, что этот текстурпак обязательный? Потому что если мы его выключим, то вы увидите то, что эти все животные, они просто блоки и коврики. Это, ребята, просто блоки и коврики, которых мы можем пинать и за которыми мы можем наблюдать. Это все. Поэтому, ребята, этот текстурпак обязательный. Поэтому лучше его все-таки установить. Вам просто нужно нажать на вот эту кнопочку, когда вы установите команду, вот зелененькую, да, чтобы скачать текстурпак, и вас сразу же перекинет на ссылку. То есть ничего сложного нету. Ну, ребята, к сожалению, на этом мы уже будем заканчивать. Давайте закончим тут рядом с нашей индейкой. Я прям хочу возле нее закончить. Индейка, подвинься, мы вместе с тобой закончим серию. Вот так.
Вот так с нашим новым дружком Индейкой, ребята, мы заканчиваем эту серию. Я очень сильно со всей душой надеюсь, что она вам понравилась. И вы также не забудете поставить большой палец вверх. Потому что, как я уже сказал на начале серии, новая серия. Следующее же видео выйдет в ту же секунду, как только мы наберем 1200 лайков на вот этом видео. Поэтому, ребята, то, что вы ставите лайки, это вы только делаете лучше для себя, потому что вы ускоряете процесс выхода нового видео. Поэтому, ребята, не поленитесь, я действительно буду очень сильно рад. Я верю в то, что мы сможем это сделать. Ребята, ссылочка есть в описании, заходите, копируйте. И также не забываем подписываться на мой канал. Как я уже сказал, каждый подписчик для меня как друг, поэтому ты можешь оставить свое сообщение в этом, под этим видео, да, в принципе, не только под этим, под любым другим. И увидишь то, что я отвечу на твое сообщение, как только у меня появится немного свободного времени. Поэтому, ребята, подписывайтесь. Я прям всех вас, кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью и стать моим новым другом. Да, ребята, к сожалению, мы заканчиваемся. Мы прощаемся и заканчиваем вот это видео. Встретимся в следующем, когда это будет зависеть только от вас. Ребят, я еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Индейка, попрощайся.